Температура в Ванкувере понижается. Это дает надежду, что условия проведения зимней Олимпиады 2010 будут хорошими. Но не все проходит гладко. Между канадскими и немецкими сборными по скелетону разгорается скандал. Хозяева Олимпиады обвиняют немцев в использовании саней со встроенными магнитами, что, по их мнению, дает преимущество. На пресс-конференции член канадской команды Джефф Пейн заявил, что сани, которые будут использовать немцы, незаконны. Я знаю точно, что в санях сборной Германии есть магнитный компонент. Хочу узнать, насколько это легально. Насколько я знаю правила, это нелегально. Очевидно, что Международная федерация бобслея и тобогана не согласна со мной, или они этого не обнаружили. Но в их санях есть магнитный компонент, который имеет какой-то эффект. Было бы хорошо провести небольшое расследование. Немецкая делегация не придала этим обвинениям особого значения. Официальный представитель сборной Германии Маргит Денглар-Паар говорит, что вся проблема в зависти, поскольку немцы несколько последних лет поражали своей скоростью. С санями немецкой сборной все в порядке. Немецкие сани подвергают контролю чаще всего. Этой зимой нас регулярно проверяли представители Международной федерации бобслея и тобогана. Проверили каждую мелочь. Наши сани в полном порядке, и осталось только дождаться соревнований. Церемония зажжения олимпийского огня в Ванкувере состоялась в пятницу.